А вот в Великобритании из-за политической нестабильности, возникшей после выборов, Елизавета II отложила свою традиционную речь в парламенте. Это беспрецедентный случай. Дело в том, что политики до сих пор озадачены созданием коалиции. После провальных выборов партия Тори объединяется с юнионистами Северной Ирландии. Что это за партии и на какие компромиссы придется идти британскому премьеру, знает Оксана Кундеренко. Упрямая старая новая премьер Тереза Мэй после сокрушительного провала на досрочных выборах все-таки решила остаться здесь, на Даунинг-стрит 10. Но для того, чтобы сохранить должность и прописку, ей пришлось пойти на очень странное решение. Коалиция с демократической юнионистской партией, или, по словам прессы, пакт с дьяволом. Кто вообще эти DUP? Их сайт после выборов рухнул. Все пытались понять, что это за партия такая, которая всего 10 кресел из 650 взяла, но при этом стала частью правящего большинства. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими друзьями и соратниками из демократической юнионистской партии. У наших политсил на протяжении многих лет была крепкая связь, и я уверена, что мы сможем работать в интересах Великобритании. Юнионисты из Северной Ирландии основали свое движение в 70-х, когда республику сотрясали кровавые бунты ирландских националистов. Протестанты-юнионисты всегда выступали за целостность Объединенного Королевства, за что радикалы сожгли не один их дом. Мы получили отличный результат для нашего союза. Те, кто хотел разорвать на части Соединенное Королевство, теперь будут знать свое место. Союз – наша путеводная звезда. Сейчас же DUP – крайне правая партия, которая выступает против гей-браков, абортов и против большинства предвыборных предложений Терезы Мэй. Конечно, они будут требовать больше денег для своего региона. В противном случае могут заблокировать любой законопроект. Мэй не включила представителей DUP в состав своего нового кабинета министров. Но ради парламентских голосов ей придется идти на уступки, что повлечет еще большую критику и без того не самого почитаемого премьера. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».